Ну что, ребята, я возле Рейхстага. Правда, заходим пока в стелу. Здание, конечно, впечатляет. Огромнейшее. Не знаю, как будет видно. Сейчас отойду немножко или что. Вот, это познакомьтесь, Рома, с которым я в рейс уезжаю. Его жена Ира. И сейчас увидим парадный вход. Может, длинноватое получится видео, но потерпите, короче. Народу мало там в центре, намного больше. Нас навигатор просто сюда вывел, с этой стороны, и уже веду вас я. Ну вот это. Не знаю, река, канал, что это такое. Я не особо. Так. Что там, Рома, написано? Понятно. Все на немецком. Ну, короче, венок поставили, но написано все на немецком. Вот, ребята, вот такой он Рейхстаг. В экран не влезает. Да, трудновато дедам было его штурмовать. Представляю, ты бежишь по площади, у тебя из каждого окошка кто-нибудь пуляет. Ну, сейчас выйдем на площадь. Здесь все пешеходная зона уже, машины не ездят. Короче, да. Когда-то даже не мог мечтать сюда попасть, а сейчас, пожалуйста. С утра делать нечего, собрались, поехали. С погодой не угадали. Градуса 3 только тепла, и ветерок такой мерзопакостный. Вот. Сейчас посмотрим на него с этой стороны. Сейчас будем пробовать пройти. А вот там немножко дальше елка стоит. Скромненько я видел пару елок, шикарного ничего. Так, простенько все. Вот он, ребята, Рейхстаг. Гриша, сейчас маркер я взял, распишусь. Напишу, здесь был Гриша. Там пускай разбираются. Сейчас зайду, ребята, еще покажу вам его спереди. Конечно, длинноватое видео получится, но когда еще сюда попадешь. Делить на куски тоже неинтересно. Мои сзади отстали там, что-то читают. Да, здание, конечно, мощное, ничего не скажешь. И вот прикиньте, по этой площади бежать, его штурмовать. Вот он, центральный вход.
Вот где-то там флаг наш висел. Сейчас знамя Евросоюза и знамя Германии. Вот такое оно логово зверя. Можно днем зайти на экскурсию, даже там под куполом полазить. 20 евро билет. Ходишь над головами у депутатов, смотришь, как они там судьбу Германии решают. Вот так, туристов мало, погода никудышняя, все там, где что потеплее продают. Вот так вот, ребята. Ну, выставлю утром, потому что уже поздно. Соберете все, будете смотреть. Сейчас издали еще покажу. Здорово, я отошел уже. Бог знает куда, и еще не влезает. Ну, короче, вот оно. Все, пока.